пятку, но равновесие будет засчитано только следующее вращательное движение. Вот немножко издали видно Наталью Македону, которая смотрела да, с другой стороны. Наталья которая Македоновна. Тренер Саша. И Саша представляет Москву и Кемерово, но она начинала заниматься гимнастикой в Москве и в 24-й школе. И один из тренеров Людмила Леонида Минаева, которая вывела ее вот еще в юниорском на вот высокий уровень и передала потом Ирине Александровне. Передаем ей большой привет, Людмиле Леонидовне, и очень рады. И поздравляем. И поздравляем. Ну, а той порой на ковер выходит сестры Богдановы последовательно. Сейчас сначала Ольга, потом Виктория. Ольга постарше, потом будет ее младшая сестра Виктория. Сейчас мы посмотрим. Ольга занимает 15-е место после вчерашнего дня. И следом за ней идет ее сестра Виктория. Они как и в потоке по жеребьевке выступают, да, друг за другом. Также пока находятся в турнирной таблице. Но вот Виктория открывала сезон художественной гимнастики и в национальной сборной, и вообще в художественной гимнастике, потому что в конце февраля в Эстонии, когда ходит в старту, какой-то традиционный многолетний турнир «Мисс Валентина», она там выступила и достаточно удачно. И с этого года этот турнир стал первым этапом Кубка мира. Вот впервые на наших сегодняшних соревнованиях вот такой узел и бант, скажем так. Это наказывается очень сильно. Но она быстро справилась. Как правило, гораздо дольше времени занимает разобраться. Очень жаль, что прервалась ее такая зажигательная композиция. Очень интересный костюм. Сочетание.